Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Scrabble. Это классическая игра в слова, ставшая невероятно популярной и узнаваемой во всем мире. В довольно большой коробке под правилами и полем мешочек для букв и 4 подставки для игроков. Все игроки получают по 7 фишек букв из мешочка и располагают их на подставках, не показывая остальным. Игрок, начинающий игру, размещает первое слово из своих букв. Оно обязательно должно пересекать центральную клетку, вертикально или горизонтально. Затем игрок подсчитывает очки, складывая числа на выложенных им фишках и бонусных клетках игрового поля. При этом бонусы за отдельные буквы подсчитываются раньше, чем общие очки за слово. А вот если игрок сможет использовать все 7 своих фишек, он получит дополнительные 50 очков. Очки, набранные игроком, записываются, и ход передается следующему, а этот игрок добирает из мешочка буквы до 7 штук. Следующие игроки в свой ход добавляют новые буквы и составляют новые слова. Можно добавить к уже сложенному слову буквы, чтобы образовать новое, либо построить новое слово под прямым углом от существующего. Также можно выставить новое слово параллельно имеющемуся, чтобы все соприкасающиеся фишки образовывали новые слова. Тогда для подсчета очков за каждое слово подсчитываются общие буквы. При желании игрок может просто пропустить ход или заменить любое количество фишек со своей подставки на фишки из мешочка. Игра подойдет к концу, когда не останется возможных вариантов составления слов на столе, когда все спасуют по 2 раза или будут использованы все фишки с подставки одного из игроков. Игроки отнимают очки за оставшиеся у них на руках фишки. А если один из игроков избавился от всех своих фишек, он добавляет к своим победным очкам сумму штрафных очков противников. Scrabble – это настольная игра, которая существует уже более 60 лет и имеет огромную армию поклонников со всего мира. Ее название в настольном мире стало уже практически нарицательным.